В Умянском районе осудили мошенника. Ближайшие год и два месяца мужчина проведет в колонии строгого режима. Прокуратурой было доказано, что в прошлом году житель Пермского края обманул двух потерпевших. Осужденный под предлогом покупки сельхозтехники в рассрочку, без первоначального взноса, сначала в октябре завладел трактором стоимостью 185 тысяч рублей, затем в июле прошлого года еще одним трактором стоимостью 105 тысяч рублей. Однако в реальности злоумышленник не собирался оплачивать покупки. В результате содеянного потерпевшим, с учетом их материального положения и ежемесячного дохода, причинен материальный ущерб в значительном размере. Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Куменского района, признал мужчину виновным. По совокупности содеянного ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца.